Петр Порошенко подписал закон об упрощении ввоза автомобилей в страну. Президент отметил, что в первую очередь это коснется карет скорой помощи, спецавтомобилей и передвижных медклиник, которые вводятся в Украину как гуманитарная помощь. Согласно указу, проверять такой транспорт на соответствие эконормам теперь не будут. Напомню, полтора года назад Украина получила 40 машин скорой помощи от Китая, но они до сих пор простаивают в Одессе.